Навряд чи знайдеться людина, серце якої не відгукнулося при звуках «Катюші» – відомої фронтової пісні. Слова пісні запам'ятовуються легко, тому, певно, і передаються з покоління в покоління. Проста і нехитра мелодія ветеранам нагадує про фронтову свинцеву віхолу, про кохання, про рідний дім, про шляхи, що протягом 1418 діб війни вели до великої перемоги. Ветерани Харківського обласного комітету Міжнародної української спілки ветеранів війни під час подорожі місцями бойової слави Харківщини, зокрема до села Гусарівка, що у Балаклійському районі, також їхали з Катюшею. Ну, ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб почтити пам'ять тех, кто отдал свои жизни, здоровье, 277 тысяч человек и три командующих армии. Это вечная память. Это величайшая трагедия для нашего народа и государства, но это был и величайший подвиг. Низкий поклон всем вам, жителям, что вы тут чтите память. Вот этот каравай, примите в знак то, что мы впереди, это ковалась победа. Святкування 70-річчя Великої Перемоги має об'єднати український народ навколо спільних цінностей і досягнень, загальної пам'яті про мільйони жертв Другої світової війни, вирішили ветерани Харківського обласного комітету Міжнародної української спілки ветеранів війни і започаткували з цією метою низку заходів у районах області, де велися найзапекліші бої. Село Гусарівка увійшло в анали історії весною 1942 року, бо стало центром Балаклійського плацдарму, звідки планувалося розпочати звільнення Харківщини від німецько-фашистських окупантів. На жаль, спроба виявилася невдалою. Радянські війська були оточені ворогом в так званий котел і знищені. На путі цієї гітлерської армади відборніший стояв в то время легендарні защитники Балаклеївського плацдарма, який образувався Балаклея, Ізюм, Змійов і Барвенково, подобний Курській дуге. Здесь стояли защитники 6-й армии, 57-й армии, группа армейская Бобкина, генерала. Гитлер бросил все против этой группы войск, которая успешно заняла плацдарм. С юга, со стороны Краматорска и Славянска, танковая группировка Клейста. С севера, со стороны Харькова, который в это время был в руках фашистов, армия 6-я Паулюса, которая предназначена была для Сталинграда, замкнули кольцо, соединились в районе, вот в том месте, где мы сегодня находимся. Сражались героически. Не стало патронов, боеприпасов. Не было воды, не было питания. Но они дрались в штыковой атаке. До последнего генералы, командующие, вместе с рядовыми бойцами и солдатами, бок о бок, в штыковой атаке дрались до последнего. Все погибли, но не сдались врагу. Они проявили величайший героизм, мужество. Здесь, на этом святом месте, на этом плацдарме в Гусаровке ковалась эта победа. И история, я как историк заверяю, и, наверное, не надо никого убеждать, если бы не было героического подвига на этом месте, то не было бы великой победы. На в'їзді в село Гусарівку на пагорбі височить 30-метровий обеліск, що увічнює пам'ять звитяжних захисників, котрі поклали своє життя на алтар майбутньої перемоги, але не здалися. Це святе місце для жителів села. Тут завжди чисто і прибрано. Ключові події – родинні свята чи в масштабі села – гусарівці відзначають разом з захисниками. Напис на обеліску «Полеглим», але непереможеним травень 1942-го є влучним свідченням поваги усіх поколінь до звитяжного подвигу.
начну с того, что вот эти емкие, короткие слова, это слова нашего участника боевых действий, инвалида Великой Отечественной войны, к сожалению, покойного Дмитрия Федосеевича Клочана. Вот за дорогой поля. И вот это от Краснограда и до нашего Залимана, Чепеля, Протопоповки и Петровска, и от Лозовой и до Балаклеи. Вот это то место, где сведены были две армии. Я называю это место от Краснограда до этих населенных пунктов, что называют, это сплошная братская могила. И до сих пор никто не может определить, точно сосчитать, сколько ж погибло здесь людей. Поэтому началось это дело вот с Алексеевки. Бобкин повел своих в атаку на Ефремовку, на Красноград, туда, но не нашел поддержки. К этому времени опоздали тылы, опоздало все. Началось оно 17 мая 1942 года. И за 4-5 дней вот эта трагедия вся свершилась. 12 травня 1942 року почалася найтрагічніша частина історії Слобожанського краю. Історія, яка забрала життя чверті мільйона наших співгромадян. За кілька днів в результаті провальної так званої Ізюмсько-Балаклеївської наступальної операції радянські війська втратили близько 277 тисяч особового складу. В середньому близько 15 тисяч бійців в день. Це була одна з найбільш кровопролитних битв. Загинули і командуючі – генерал-лейтенанти Федір Костенко, Леонід Бубкін, Кузьма Кудлас. Визвали вогонь на себе, але не здалися у полон. Я вам приведу. Значить, конкретні факти. Бубкін погиб он з сином тут. І коли вже під кінець було, в районе между Лозовенькой и Осеевкой на лафете лежал смертельно раненый сын. Он собрал оставшихся офицеров, воинов всех оставшихся и повел в атаку на Лозовеньку. И здесь же он погиб. И когда немецкие солдаты, которые освободили, доложили своему командиру дивизии, который размещался в Орлино-Ярске, командир дивизии немецкий приказал привезти его, привезли генерала туда. Значит, он построил своих солдат, сняли шапки и похоронили командира дивизии, немцы похоронили, и салют с автоматом стреляли, в общем, с немецкого оружия стреляли. Вот так оценили подвиг этого генерала. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому, что часто и печально последователи уже после фронтовых наших родственников чтим память. И действительно правильно сказано, что в Балаклеевском районе всегда, везде памятники ухожены. Всегда люди понимают, потому что это боль. Это боль каждого из нас. Война была, это страшно. Послевоенный тоже голод 46-го года, который, к сожалению, был присутней на нашей земле. И когда мы вот смотрим архивы нашего хозяйства, когда люди буквально на плечах носили посевной материал, и вместо трактора, вместо, как мы сегодня применяем совершеннейшую технику, на себе тягали вот эти вот бороны, засевали вручную и так выживали. К сожалению, мало ветеранов осталось уже живых, но вы знаете, каждый человек он дорог. И хочется, чтобы действительно больше не лилась у нас кровь. К большому сожалению, сегодня, вы знаете, у нас война.
это правда. Я скажу, что наши тоже земляки сегодня защищают наше Отечество. Хотелось бы, чтобы никогда этой войны уже не было. Побольше, чтобы было у нас радости, счастья для нашего народа. Почему? Потому что эта страна многострадальная. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Протоиерей Олександр Козлов, настоятель Свято-Троїцького храму Гусарівки, під час мітингу відслужив поминальну літургію заполеглим на полі брані. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до обеліску присутні на заході увічнили пам'ять бійців, що віддали своє життя за мирне небо над Слобожанщиною. Час невблаганний з кожним роком, з кожним днем захисників батьківщини, учасників бойових дій стає все менше. І останніми свідками тих жорстких часів залишаються діти війни. Ветерани-фронтовики передали їм естафету великої пам'яті і великої правди. Мене війна застала в 10 років. Що я добре пам'ятаю з тих времен, це сільська рада, запряжені лошаді в повозки і мужчини з якимись вещами. І всі єдинственно плакали і кричали «Це війна». Что такое война, я тогда не знала. Я только удивлялась, почему все плачут. Ну, со временем это проявилось, война проявилась, потому что у нас в школе лежал госпиталь. И людей, которые при поступлении или отступлении оставались ранены, бывало так, что разбирали по домам. А некоторые, которые не могли в тяжелом состоянии, их просто выводили на ров и расстреливали на глазах, и была братская могила. Я родилась вообще-то после войны, но поскольку моя мама была угнана в Германию, когда мне предложили такую должность председателя узников жертв нацизма, я взялась память о моей маме. Пусть ей там легко икнется, если есть жизнь за пределами этого мира. Вот. Но я думаю, что она бы посмотрела с неба и порадовалась бы, потому что я несу радость людям. Мне очень хорошо запомнился День Победы в 1945 году. Все люди радовались. Мне было 5 лет в это время. Мы тоже радовались с мамой и моим братом. Но через некоторое время, получив повестку о том, что отец погиб на фронте, мы все очень тяжело переживали это извещение. День Победы – это святой праздник. Он останется в сердцах каждого человека. Поэтому, переживая сегодня трудный период, когда ведется на востоке Украины война, когда гибнут молодые люди, я очень хочу, чтобы все понимали ответственность за свою страну, за свою родную землю и прикладывали все усилия для того, чтобы не позволить нашему вероятному в настоящее время противнику завоевать нашу родную землю. Перемогу над німецько-фашистськими окупантами ветерани-фронтовики справедливо називають спільним другим днем народження, бо всупереч обставинам залишилися живими. Особливої поваги заслуговують жінки-фронтовички. На жаль, з кожним роком ветеранів залишається все менше. Тому спогади про окопне життя Тамари Бутенко, котра в якості санінструктора рятувала життя пораненим на полі бою, то і є сама правда історії, документальне свідчення учасника тих подій. Я ще раз вспоминаю сьогодні, скільки ще погибло наших людей на других містах. От при форсуванні Дніпра теж скільки людей погибло в цьому Дніпрі. Я вспоминаю своїх друзів, які плили на лодках для того, щоб захватити плацдарм на правому берегу і далі освобождати правий берег. І вони під цим взривом снарядів гибли
в Днепре и остались навсегда там лежать, на этом дне. Скорбь, конечно, и до сих пор о них и существует в наших сердцах. Теряли мы людей, теряли, но теряли не зря, я считаю. Мы все-таки добились своего, обеспечили победу нашей земле, нашим родным, нашим близким, нашим теперь детям и нашим внукам и правнукам. Для меня День Победы – это святой день. И я этот день вспоминаю всегда и радостно, и с горестью о потере великих наших всех товарищей, которые не жалели своей жизни, отдали ее на победу. Багатостраждальна земля Барвінківщини щедро полита кров'ю радянських воїнів, що стояли на смерть у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. 277 тисяч убитих життів, безліч покалічених людських доль. Ніколи раніше, ні пізніше ці місця на Слобожанщині не були так рясно политі людською кров'ю. Ця трагедія сталася на клаптику землі, на якому ми зараз живемо, на якому ми ходимо, засіваємо поля. У Гусарівці, крім меморіала слави, ветерани-харків'яни віддали данину шани полеглим на Балаклійському плацдармі ще біля одного пам'ятника, що стоїть на братському похованні у центрі села. Родився в 1938 году. Жив на Москальовці. Жил, находился под оккупацией немецкой все время, пока немцы находились в городе. Нас было двое. Я, мне 3 года и 3 месяца, и могучий мой брат, царство небесное, золотой мужик был, на 4 года старше меня. Я стал, как сейчас считаю, настоящим мужчиной, когда я впервые увидел на Москалевке повешенных 6 человек, 5 мужиков. И один пацан, ну, говорили, что это отчаянный хлопец, который сын начальника отдела милиции, который там как-то немцам или пытался их взорвать и так далее, и так далее. Помню отца фронтовика, помню, когда на День Победы они собирались. Жили мы в то время под Скадовском, это Херсонской области. У нас был частный дом, лавка, и вот фронтовики одевали фронтовую форму, ордена, приходили. Нас они, пацанов, отгоняли, но мы пытались подслушать. Это фактически так было. Так, и я помню, о чем они говорили. Они, в них воспоминания о своих погибших товарищах было. Очень помню, уже не помню фамилию, дядь Миша, кисти руки не было. Они еще, насколько я понимаю, молодые были, за 30 лет им было всем, там 33, 34, 35 лет, вот такие были. И он почему-то все время вопрос задавал, вот, мужики, вот мы лежали, холодно было, мороз, а мы где-то там, они в воде это лежали, говорит, и ничего не брало, почему сейчас мы болеем? Сейчас мы живем в очень тяжелое время, у нас фактически идет война в нашем государстве. Да? И вот наши фронтовики, наши отцы, наши деды должны быть примером для вот этих воинов, которые защищают свою страну. Мы вот спрашиваем у твоих отцов, помню, спрашивали, вот как у вас была дедовщина? Мы тоже были в армии, все прослужили. Нам было интересно узнать, какая в Великую Отечественную войну была дедовщина. На что он сказал? Для нас деды считали 27-28 лет, мы их считали, говорит, дедами. Нам было по 16, 17, 18 лет. И когда взвивалась ракета и шли в наступление, вот эти деды говорили: вы, сынки, посидите, а мы пойдем в бой, а вы за нами. И вот когда они вставали и шли в бой, вот эти деды, они лежали все убитые. И благодаря им они остались все живые. Сейчас тяжелое время идет в Украине. Гибнут наши солдаты, наша молодежь, дети наши. И хотелось бы, чтобы они тоже были такие же достойные солдаты, как наши отцы, деды, прадеды. Победа, все в России, что победа, 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 победа,
Особливо порадував ветеранів той факт, що у залі місцевого будинку культури на науково-історичній конференції «Велич подвигу народа» було багато молоді. А це значить, що правду історії, яку діти почули із перших уст, вони ніколи не забудуть. Історичні цікавинки, про які не прочитаєш у книжках, передаватимуть своїм наступникам. Знамя Победы, именно наше красное знамя, водружено было над Рейхстагом. Хочу об этом знамени пару слов сказать, что для нашей Харьковщины это знамя Победы, как и для всего нашего народа, оно святое, но для нашей Харьковщины оно святое трижды, в 10 раз, в 100 раз. Почему? Потому что это знамя в Сталинграде, это было знамя командующего 64-й армии генерал-полковника Шумилова, который под этим знаменем в 43-м году пленил фельдмаршала Паулюса. Дальше 7-я гвардейская армия освобождала наш родной город Харьков. И это же знамя Победы было водружено над Газпромом. Это 7-я гвардейская армия генерал-полковника Шумилова освобождала город Берлин. И это же знамя было водружено над Рейхстагом. Вот знамя для нас какое святое, для нас харьковщан. Именно знамя Победы – это наше знамя. Сороковые, самой тяжелой войны рядовые, шли сквозь любые боли несгоды, сороковые победные годы, сороковые тяжелые годы, года фронтовые, год 41-й. И год 45-й. Вы победили. Вы были солдаты. На фронтах проти ворога билися 145 жителів Гусарівки. 48 з них – за мужність і відвагу нагороджені орденами і медалями. 98 осіб загинули смертю хоробрих за свободу і незалежність Батьківщини. За гідне збереження пам'яті про героїчне минуле України під час Другої світової війни на теренах свого населеного пункту, за шанобливе ставлення до місцевих ветеранів, адміністрація села і дирекція сільського господарства Гусарівське отримали відзнаки, ювілейні медалі і книги на історичну тему від автора і голови Харківського обласного комітету Міжнародної української спілки ветеранів війни Петра Конішенка. Хлібом і сіллю, символом щирості і гостинності, як завжди ведеться в Україні, щедро зичили гусарівці добра шановним гостям із Харкова. Ще з теплою паляницею із гусарівського зерна харків'яни поїхали додому. Це символ, який зв'язує нас, всіх сидячих, вічною і дружбу, що ми народ єдиний, дружеський народ. Мы хотим только трудиться, выращиваются такие прекрасные хлеба, прекрасные караваи. И вот это счастье нашего народа. Дай Бог, чтобы так и было. Спасибо.